Эстафета флага первых зимних международных спортивных игр «Дети Приморья» приближается к финишу. Главный символ игр уже украшают гербы трех приморских городов, 9 субъектов Дальнего Востока, 4 стран – России, Корейской Народной Демократической Республики, Китая и Узбекистана. 10 февраля на знамени появился государственный герб Республики Беларусь. Хранители флага прибыли в Минск. Торжественная церемония состоялась в Национальном олимпийском комитете. Мы рады сегодня приветствовать эстафету флага первых зимних международных спортивных игр «Дети Приморья» на белорусской земле. И сегодня символически мы подтверждаем участие нашей команды в этих играх, хотя подготовка уже ведется несколько месяцев и остались только последние штрихи. Хочу поблагодарить Министерство спорта Приморского края за приглашение, Оргкомитет за оперативную работу и, конечно, Олега Николаевича Кожемяка, губернатора Приморья, за полное содействие. Мы знаем, что он лично этот проект курирует. И должна сказать, что, получив приглашение, мы долго не раздумывали. У нас еще свежи в памяти воспоминания о первых летних играх «Дети Приморья». И, конечно, должны сказать, что мероприятие прошло на очень высоком уровне. У нас отлично выступили спортсмены, показали хорошие результаты. Я бы сказала, что медальная статистика зашкаливала. Но самое главное, что дети вернулись счастливыми, с горящими глазами. И самое главное – максимально мотивированными. Спортивная сборная Республики Беларусь приедет на игры в составе 37 человек, в числе которых 4 горнолыжника, 3 фигуриста, 6 лыжников, 4 шорт-трекиста, хоккейная команда из 11 спортсменов, которая также сыграет фиджитал-хоккей, тренеры и официальные лица. В маршруте эстафеты игр осталось еще 2 остановки. Хранители флага 16 февраля побывают на острове Сахалин, после чего вернутся во Владивосток, чтобы 19 февраля принять участие в торжественной церемонии открытия игр на льду Фетисов-арены.